В нашей студии сегодня актриса театра и кино, режиссер массовых мероприятий, каскадер Жулдыз Ербалат. Здравствуйте. Да. Жулдыз, доброе утро. Вот я когда зашла в нашу студию, сразу увиделась такая вот улыбочка. Сейчас мы ее Я, конечно, вам доверяю. Да. Такое прекрасное настроение, улыбка на лице. Вот что помогает творческому человеку просыпаться рано с хорошим настроением? Обычно творческие люди же спят очень долго. О, да. Да, мы любим ночи. Потому что работать, создавать, творить. Наверное, любимая работа. А любимая работа заключается в чем? Творить, создавать. Классно. Но вот любимая работа, хорошо, вот получается, вот смотрите, вы представите, каскадер, актриса, режиссер массовых мероприятий. Вот по поводу массовых мероприятий, а что именно, чем занимаешься массовыми мероприятиями? Что это, постановки, какие-то театральные действия? Театрализованные постановки, совместно музыкальные, хореографические. Создаем, скажем, такой маленький, небольшой мюзикл. Она в себе включает и музыку, и инструментальную музыку, и исполнение народного, и классического жанра, и также и танцы, и акробат, цирк, театр, эстрада, опера, классика, и получается все в одном. Создается небольшая такая театрализованная постановка в виде мюзикла. Там нет ни языка, там есть более сказка, либо легенда. Оживляется история, есть кульминация, и в оконцовке получается общее какое-то значение. Итог поводим к чему-то, так скажем. А это вот в закрытых обычно на площадках или вот бывает? Бывает в открытых площадках. Например, наверное, для меня это самое большое, это универсиады первое, второе, это Прикаспийский саммит. В Ахтау мы на берегу, у Каспии делали такой 40-минутный спектакль. Ого! Были гости иностранцы. Надо было, чтобы, так сказать, все поняли без перевода. И мы старались сделать такое легенду оживлять, связано с Каспией. Есть такая легенда про лошадь, скрылатая лошадь, которая исполняет желание. Понятно. Это, получается, так сказать, ангел Каспий. Ясно. Жолдес, но в конце концов, в любом случае, ты актриса, ты каскадер. Да. А что побуждает такая хрупкая, красивая девушка и заниматься такой вот опасной профессией? Это что такое? Это жажда адреналина, риск. И много ли вообще Почему вообще вы туда пошли, да? Да? Начнем с этого. Ну с какого? Рожна, да? Что ты там потерял? Ну, правда. Наверное, благодарю родителей за это. Я воспитана в ауле, на лошадях. Посла лошадей, варанов. Тогда понятно. С детства, конечно, так сказать. Меня воспитывали больше направление военной части. Я готовилась в военное училище учиться и как бы пойти по стопам отца своего. Он офицер, да? Он офицер, да. Он служил в России. У нас, с нашей стороны, получается, учился там. Сейчас его нету, но, так сказать, как я слышала от его друзей, отец мой мечтал быть актером. Когда он учился в Москве, он часто ходил на кастинги. И получилось так, что меня увидел мой препод, это Акыш Коңыртаевич, и Юрий Иванович, он режиссер в Шабыте в Астане и также по всему Казахстану. Они меня чисто случайно увидели в коридоре. Я с подругой пришла на пробы, она хотела поступить, а я ходила, военное направление училась, юридические направления, кодексы, вот. Спорт, там, в общем... Не до кино. Он хотел продолжить профессию своего папы, да, получается? И тут получилось... Я не знала в тот момент, что мой отец был, вообще мечтал актером быть. Я думала, что он прям любит военную часть. Нет, когда учила кодексы, туда-сюда. Да, да. А тут получилось, что Юрий Иванович сказал, и... Ты что тут делаешь? Какой военный? Ты не там гуляешь. Пойдем. Мне на самом деле есть еще несколько вопросов к вам, но это сразу после короткой рекламы. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ну что, Жилтас, вот мы начали говорить по поводу каскадерской твоей профессии, по поводу каскадерской твоей деятельности. Да? Вот не опасно ли все-таки, в любом случае, говорю, опять же, красивой, хрупкой девушке заниматься такой опасной профессией, скажем, мужской? Вот у нас был Жайдок был здесь на студии, естественно, там вот я присутствую, когда происходят вот эти каскады, трюки очень опасные. И я вижу девушек, и среди них я видел себя. Вы прелестно выглядите на лошади, тем более это как бы как это одно целое, вы тем более же, говорит, вы росли в ауле, лошадей знаете с детства.
И все-таки, я понимаю, да, но там же не только все-таки лошади, в конце концов, да, присутствуют в каскадерской профессии, в киношной, скажем так. Там и другие трюки, правильно? Там мечи, сабли, драка, стрельба, борьба, бой без правил. Лицо не испорченное совершенно. Я просто у вас занималась, у намадовцев занималась буквально недолго, там 4-5 дней, там нужно было для одной маленькой сценки драки. Я вся в синяках была потом. Вся. Не потому, что ребята там неаккуратные, но потому что ты падаешь. Ну, да. Это нормально. Нормально. Как у вас вообще сейчас обстоят дела? Все хорошо, все хорошо. Да, все ничего нормально. Не. Ну вот нет. Давайте сразу, вот ничего не ломали. Нет, там. Тут ничего такого не было. Это благодаря тому, что мы физически были готовы. Конечно. И также технически мы знали, что в чем может быть загвоздка, и как бы готовились к этому. Всегда были на старте, всегда были на стригу и готовые стояли. Имеется в виду, это животное, это не человек, это не техника, даже ее запрограммировать, да, так сказать. Есть настроение — поработай, нет настроения — не понравилась погода, не понравилась еда. Да. Надо подходить, настроение поднимать его, и как бы он твой партнер. Ты доверяешь ему свою жизнь, лошади. Он тебе, ты должен понимать, что он, что у него, какая у него характер, какое у него настроение, что он любит, что он не любит. И, конечно, это самое важное — это физическая сила. Физическая сила для чего? Чтобы мышцы были в тонусе, во-первых, когда ты падаешь. Первое, что тебя защищает, твои кости, это, конечно, мышцы. А еще нужно уметь правильно падать. Да, да. Нет, а потом еще падают. Вот начали говорить по поводу лошадей. У меня тоже есть знакомый каскадер, может быть, ты даже его знаешь. Там тоже лошадь неаккуратно, извиняюсь, пнула. Вот он, хотя он 25 лет занимается лошадьми. И, извиняюсь, раздробила ему всю челюсть, по-моему, это все восстанавливается. Да? Пожалуйста, такой, будьте аккуратны. Но я так поняла, что вы сейчас уже больше в актрисы, да, ушли, нежели. Да. Расскажите об этом поподробнее, где вы уже снимались? Первый мой опыт, наверное, был телепередача «Шинжиктин» по каналу «Казахстан», 2014 год, реалити-шоу был. Потом уже сериал «Жерден», «Арман Асулара», «Анашим мен қалдырмаш». Ну, в основном у меня эпизоды были. Жолдыз, но больше нравится заниматься каскадерской профессией или актерской все-таки? Все-таки у вас же профессия, все-таки актриса. Вы закончили шоу, да. Да. Как мой препод говорил, актер должен уметь все. Если ты понимаешь, если ты создаешь образ, чтобы внедриться в образ, ты должна понимать свое тело. А чтобы понимать свое тело, ты должна понимать свою психологию. И, как бы он говорил, учитесь понимать свою психологию и свое тело. А когда изучаешь, ты должен работать, научиться, общаться, познавать. Ну вот, кстати, наверное, в казахстанском кино у вас есть большой козырь. Сейчас особенно много снимают вот таких вот фильмов. Да, этнических, экшен, женщины сильные на лошадях и так далее. То есть, если вот будут стоять просто красивенькие актрисы талантливые, а вы красивые, талантливые, а еще дайте мне лошадь, я сейчас покажу, да? И однозначно, я знаю, еще вы в «Тамире» сыграли. Да, я дублировала, я была каскадером группы «Номад». Мы дублировали актрис, амазонок, опасные трюки, где у нас падает с лошади, умирает, там, драка, да. Ух! И бывает, что массовые съемки, и там у нас актриса, извините, она играет главную роль. С ней случится что-то. Ну, я знаю, что... беречь, да? Да. Я знаю, что группа «Номад» выезжает за границу. Вот вы выезжали уже за границу? Я в Китай выезжала. На съемки, На съемки, да, небольшой кинокартины. Но, как я понимаю, она была в фестивале, выиграла гран-при у них у себя. Но у нас его не показывали. Понятно. Вот обидно, да, такие классные фильмы и не показывают. Да, и вот обидно еще что, вот такая красивая актриса, а время заканчивается у нас эфира. Да, к сожалению. А можно один вопрос? А вы брились наголо для съемок? А вот амазонки? Тамириси, да. О, какие все отчаянные! Как здорово! Ну вот, вот что, отдаваться полностью своей профессии. Нет, кто-то там брился же, да, кажется? Так вот, там все, это же амазонки. Да, все брились в амазонке? Не все. Да. Ну, в общем, вот так вот, да, кто-то там замазал. Красоту ничем не испортишь. Жолдыз, спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо. Мы желаем вам всего наилучшего, творческих успехов. И, конечно, чтобы вы больше и больше берегите себя. И удачи, да. Да, и удачи. Ну а вам, дорогие друзья, мы говорим до свидания, до завтрашнего дня. Завтра будет четверг, и мы встретимся с вами снова в этой студии. Пока-пока.